Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним производителем кожаной фурнитуры. Как я с ним познакомилась? Я сейчас смотрю, что на рынке входят в моду сумочки на поясе, да, то есть на талии маленькие сумочки. Когда-то в 80-х это было модно, и сейчас опять мода возвращается. Сумочки могут быть как кожаные, как с кожзама, но они могут быть и вязаными. Да? Конечно, мы с вами можем связать и ремень, и сумочку. Но на более интересно, более красиво будет смотреться, если у нас будет кожаный ремень и вязаная сумка. Вот так я с ними познакомилась. Нашла в ассортименте этого производителя. Это магазин, называется Leather Tech Goods. То есть кожа, бирки и товар. Они изготавливают специально кожаную фурнитуру для вязаных изделий. Они изготавливают бирочки. Кто занимается вот хендмейдом, может заказать у них бирочки именно под свою стилистику, или же у них есть заготовленные. И я у них вот заказала кожаный ремень. Не кожаный, это кожа, эко-кожа. Я сейчас вот так вот его вам покажу, но мы с вами потом перейдем ближе к камере, для того, чтобы вы смогли более подробно рассмотреть, как он выглядит. Это ремень, у него есть пряжка, которая позволяет нам регулировать по объему на талии. И у нас с вами есть два карабина, к которому мы прикрепили нашу вязаную сумку. Мы можем ее соединить, и у нас будет клатч. Ребята занимаются этой фурнитурой и продают ее в страны СНГ. То есть любой и в России, и в Украине, хотя это украинский производитель, они отсылают во все страны. Более того, они отсылают еще и в дальние зарубежья. Поэтому я не для русскоговорящих напишу, что есть магазин еще на Etsy. Они там тоже могут купить подобные вещи. Я не удержалась и заказала у них еще ряд фурнитуры. Одна из них, это вот, смотрите, очень интересная вещь. Это фурнитура для круглой сумки. Как вы видите, это дно. У нас специальное полукольца, да, для крепления ремня. У нас с вами ремень. И у нас с вами клапан. Хочу сказать, что они выпускают эти вещи как в коже, так и в эко-коже. Они выпускают его с металлической фурнитурой, мы можем заказать, можем заказывать без фурнитуры. Опять-таки цветовая гамма, у них есть целая линейка, по которой вы тоже можете выбрать, что вам хочется, какого цвета, какой гаммы. Почему? Потому что, допустим, зимой это будет один вариант, летом это будет другой вариант. И еще я взяла у них один набор. Это эко-кожа, у нас клапан, днище и ремень. Конечно, мы все с вами это посмотрим ближе. Что еще хочу сказать, очень важный момент. Для моих подписчиков ребята дают скидку 10%. Под видео я оставлю как ссылку на их сайт, на их инстаграм, на магазин на Etsy и оставлю промокод, по которому вы в корзине можете заполнять его, и у вас будет 10% скидка. Я думаю, это приятно. Итак, мы с вами переходим ближе к камере и смотрим более подробно эти вещи. Так, давайте посмотрим ближе то, что я вам показывала издалека. Прежде всего, вот, пожалуйста, наш пояс под сумочку. Да? Вот у нас с вами пряжка, позволяющая увеличивать или уменьшать по талии размер. И два карабина. Вот один, вот другой. Да. Вот. Немножко так подвинуть. Два карабинчика, с помощью которых вполне возможно, нужно будет еще пару карабинов, чтобы легче было присоединяться. Но это уже вопрос техники. Самое главное, вот у нас с вами есть ремень. А второй вариант, что я вам показывала. Или это же был третий. Это вот у нас днище. И клапан, и ремень для сумочки из эко-кожи. Здесь у нас эко-кожа, здесь у нас немножко уплотнено картоном. Хотя, в общем-то, здесь будет подкладка, это не будет видно, будет все хорошо. Здесь мы с вами прикрепляемся, да, то ли это будет шнур, то ли это будет трикотажная пряжа. Вот наш ремень, да, с карабинами и
наш клапан. Опять-таки, как я говорила, клапан может быть как с фурнитурой металлической, так и без. И вот у нас кожаная наша вещь, клапан. Хочу еще опять-таки сказать, что фурнитура может быть нескольких цветов. Вы тоже можете заказывать, она будет золотистая, по-моему, под серебро и под бронзу. Это тоже можно регулировать в вашем заказе. Клапан. У нас с вами вот ремень кожаный, подобрано под фурнитуру, да, застежки. И наше вот днище. А что еще я хотела просто ходить? Я сделаю вот небольшую такой вот сейчас, как бы небольшое слайд-шоу и прокомментирую о том, что они выпускают еще различного вида днище, да, днище как круглые, так и овальные. Они выпускают у нас вот набор ручек для сумок шопера, они выпускают у нас как бы кулиску для рюкзачка и для сумочки, которая так застегивается, да, вот задергивается, застежка такая, да, они выпускают, вот есть отличный набор для рюкзака, бирочки, как я уже говорила, да, то есть очень широкий ассортимент. И повторюсь еще раз, ссылки у нас будут под видео на все их сайт, Instagram и магазин на Etsy, и будет написан промокод. Вот о такой прекрасной фурнитуре мы сегодня с вами, я вам показала и рассказала. Теперь нам остается только, в общем-то, определиться с пряжей, и мы с вами свяжем какую-то из таких сумок, а может быть и все. Итак, на этом моменте хочу попрощаться, пожелать вам творческих успехов и до скорых встреч!